Всем привет! С Нелли я не так давно, но масштаб изменений, да, которые произошли со мной за короткое время, он просто ошеломляет. Я вернула точку обзора на себя. Я уже много об этом слышала, да? Я много слышала о том, что ты Бог, я Бог, да? Много слышала о том, что нужно там собой заниматься, нужно себя любить. Мы это прекрасно все уже давно все знают. Все люди, которые занимаются саморазвитием, уже знают все. Но, однако, это знание тебе не помогает осознавать это и чувствовать самое главное. Нелли меня вернула в то, что чувства мои первичны. Незнание, да, каких-то техник, незнание чего бы то ни было вообще, а просто мои чувства. Мои чувства рождают все, что со мной происходит вокруг. Это просто для меня какой-то вот космос. И я действительно нахожусь в точке обзора, что я творец. Я перестаю ходить за кем-то, да, вы знаете, себе идолов, кумиров, да, себе делать, для того, чтобы кто-то мне что-то там рассказал. Я понимаю, что это я себе рассказываю через тех людей, которые мне встречаются. Я больше не воспринимаю себя, как, знаете, как учитель-ученик, а я понимаю, что я как творец, какое волшебство я вообще сотворила там, из всего, что со мной сейчас происходит. И где-то забываясь, я опять могу вернуть себя в эту точку, в точку обзора, что я творец. Я творю все, что происходит вокруг меня. Своими чувствами внутри, своим вниманием внутрь себя я творю себе с легкостью деньги. Да? Я творю себе с легкостью то, что я хочу получить, потому что я сама себе даю эти чувства. Они уже во мне есть. Вот это вот возврат, действительно возврат в себя. С одной стороны, ты возвращаешься в себя, с другой стороны, ты начинаешь себя познавать, прощупывать через других людей. То есть ты начинаешь их благодарить за то, что они тебе показывают. Потому что ты как творец это себе опять же сотворил. И все негативные какие-то моменты, как кажется на первый взгляд, не на самом деле, меняя, да, смысл слов, меняя вот эту точку обзора на определенное слово или на определенное понятие, ты совершенно можешь по-другому его увидеть. Увидеть можешь красоту в нем, целостность этой картины. И просто у тебя мозг просто взрывается, вскипает, и он вообще там лапки кверху складывает и говорит, блин, как здорово. Да? Как это все красиво. Хочешь увидеть красоту, увидишь красоту. Красоту своего творения же. Это же вообще просто какое-то великолепие. Поэтому Нелли — это просто огонь, это космос, это богиня, да, это все, что да, я в ней вижу. Я наконец-то свою женскую часть приняла, и я этому очень-очень счастлива, рада, и ну, совершенно все стало вообще другим. И стало интересным каждый день, как это все будет разворачиваться. Не с позиции жертвы, да, я жду там чего-то. Или от ума, да, идет, что у тебя там не получится. Нет, просто стало интересно, а как это получится? Я уже теперь ничего не планирую, да. Я просто знаю, что будет импульс, да, какой-то, будет какое-то действие для меня наилучшим образом, да. Которая мне даст какую-то подсказку, которую я сама себе дам. Да? Я сама сотворю этими чувствами, дам себе эти импульсы. Это просто волшебно. Очень благодарю Нелли за то, что я себе через нее много чего сказала. Именно в тот момент, когда была уже к этому готова. Поэтому большая благодарность. Вот. Люблю, благодарю, целую, обнимаю.